Начнем с кухни. Кухня полностью оборудованная, небольшая, не маленькая, есть столик, помещается холодильник. Ну, как бы достаточно для того, чтобы комфортно здесь жить. Из минусов нет посудомоечной машины, но я с хозяином уже обсудил этот момент, и вроде бы как он согласен ее здесь подключить. Так что вдруг кто-то был бы заинтересован, потенциально посудомоечная машина здесь могла бы быть. Выходим в наш коридор. Налево у нас спальня небольшая такая. Здесь у нас вот так вот встроен шкафчик, который у нас выходит в кухню. Я уже как-то на одном видео своем показывал такие эксперименты. И прямо у нас небольшая спальня, где есть такой раскладной диванчик. В принципе, как для спальни, вполне уютно. На окнах жалюзи. Вид из окна покажу чуть-чуть дальше. Ну, а здесь можно что-то учить, работать. Здесь у нас ванная. Смотрите, полочки для ваших безделушек. Вот, привет всем. И наша ванная тоже. Я уже вижу, как тут стоят все ваши шампуни, крема, там, да? Что вы там любите наставлять. И вот здесь тоже такой вот аксессуарчик для полотенец, разных там лосьонов. Шторки, кстати, нету, да? Это недостаток. Видите, смотрим не только на плюсы, но и на недостатки. Коридор выглядит следующим образом. Здесь у нас, как я уже говорил, вход в кухню. Здесь спальня, прямо большая комната. Сейчас мы туда пойдем. А я хочу вам показать еще. Здесь находится шкаф, в котором одиноко скучает зонтик. И тут в этом шкафу будут ваши вещи. Раздеться можно здесь, обувь поставить тут. Там какие-то аксессуары, ключи, домофон. И пойдемте в нашу большую комнату. Ну и заходим в нашу большую гостиную. Она действительно не маленькая. С левой стороны у нас такие вот полки. Здесь книги ваши, какие-то безделушки, часы и прочие вещи. Угловой диван, который раскладывается, естественно, с таким вот небольшим журнальным столиком. С этой стороны у нас большой обеденный стол. Если к вам придут гости, вы соберетесь здесь большой компанией. Там вот я вижу, прям просится телевизор, которого, к сожалению, здесь в комплекте нет. Два окна и, конечно же, мы идем с вами на балкон, потому что балкон здесь тоже гордость этой квартиры. Я бы сказал, тут практически терраса. Здесь вот смотрите, здесь даже был гамак. Представьте себе, был гамак, вот он был натянут вот сюда, да. А здесь тоже вот была какая-то то ли качеля. Не знаю, не буду тут какие-то сексуальные идеи воплощать, кто чем тут занимался. Может быть, тут просто висели цветы. Напишите в комментариях, какие бы идеи вы реализовали бы на этом балконе. Ну, а я со своей стороны покажу вам еще вид. Смотрите, видно зелень. Внизу проходит не дорога, а пешеходная и велосипедная дорожка, аллея. Если кто-то был бы заинтересован этой квартирой, контакты со мной вы найдете, как всегда, в описании под этим видео, либо в шапке профиля. Приглашаю всех на просмотр этой симпатичной и просторной квартиры. Ну а также просматривайте мои другие видео, потому что там есть другие варианты.